на улице и осень, но вода будет холодной. Девочка воды. Чтоб лицо привыкло. Ведёрко такое не детское. Вот ведёрочка наполнилась. А как я буду его на себя выливать, это будет в следующей серии. Как, собственно, само омовение. Дим, привет. Готово? Сработало. Всем привет. Дальше эстафету передам уже письмом. Подготовка к проекту. Видно? Можно маленько поднять. То есть такая вот как бы приспособа. Ну и как-то так. Проверка. Польется или не польется. Ну как? Ха-ха-ха.